Так, ну что, где наши поезда Starlink? Летает еле-еле по одному спутничку, да, сейчас пролетит в кадре, вот он, вау, пошел один. Это я на фоне Большой Медведицы, ну, это звезда Большой Медведицы. Вау, еще один, слышишь, вот это 6 ноября, даже можно, наверное, чуть-чуть... Фу, вот это шпарит. Надо же, наверное, рискать. Шестое ноября 2023 год. Бау, бляшка, мушка ж. Слышишь, уже классно. Вот ты посмотри, это у них сейчас светосила, как она называется, звездная величина. Ух ты! Всего-навсего три, даже, по-моему, с единичкой. Ну, а за счет того, сейчас я ISO поставил 6400. Приближение тут, конечно, бах, ты ж, елки-моталки. Я, конечно, не на полном увеличении, это Nikon Coolpix 5000, а 125-кратный. Оптический зум. Ну я, конечно, я сейчас не использую 125 крат. Да, вот тебе. Ай-яй-яй, это мой. Вот, видишь, они уже выше перемещаются, звезды. Ну, это не они перемещаются, это планета вращается. Надо уменьшать, иначе они сейчас из кадра выпадут. Блин, по-моему, прелестно. Ха. Все, стало ничего не трогаю. Это колебания просто воздуха. Ну их визуально, чтобы вы понимали. Я даже в небе они настолько тусклые, что я их глазом практически не воспринимаю. Наверное, все. Ну, в любом случае, достаточно. Сейчас я, наверное, знаете, что сделаю. Покажу просто ради. Чтобы за одним разом не вставать. За другим разом не вставать. Юпитер. На таких, конечно, у нас было противостояние Юпитера 3 ноября, но было дождливо. Противостояние Юпитера, он был 595 миллионов километров от Земли. Убежал, да не, не убежишь. Так, у нас Каллиста впереди, потом Ио. Нет, у нас Ганимед впереди. Потом идет Каллиста, Ио и Европа пасет задних. Сейчас я уменьшаю выдержку. И мы даже увидим полосы. Да, ну, мыльно, конечно, но видно. Ладно, я сейчас отдельным дублем сниму. 6 ноября 2023 год. Запорожская область.